Видишь, как далеко. Всем доброе утро. Ну, как утро? 10 часов время. Мы с Ташулечкой идем в магазин. Нам надо купить хлеб. У нас хлеб кончился. Вот. Ну, может, водички, да? На улице, девчонки, так, блин, это капец, мы идем, плавимся. Ну, плюс 30 все-таки, что? Ну да, плюс 30, но на солнце, наверное, больше. Вчера вот было 50, сейчас придем, я посмотрю. И это... А я хотела, ну, сюда вот в Орудиво опять пойти. Там Валберес мне надо зайти и, ну, Верный зайти. Но у меня в Валберес одна вещь не пришла. Я говорю, нет, Тоша, мы туда не пойдем, мы просто вот с тобой стечем и расплавимся. Я говорю, вот в этот магазин сходим, там вроде хлеб тоже продается, и все, и обратно. И мороженку я ему обещала, да, Тоська? За мои мучения. Мучения, прикиньте, ну не, ну серьезно, ну прям ужасно, жарко, душно. Ой, поскорее бы на речку завтра вот поедем. Вылазить оттуда не будем, да, Тош? Вот. Сейчас, ну вы здесь уже ходили как-то со мной? Что здесь? Плюс 24 показывает. Да нет, ну это больше. 24 это здесь. Наверное, потому что ну ужасно, очень душно, жарко, обжигает. А было 36, да, будет? Так, это вот, ну кто, может, не видел, это баня у них. Общая, да, она считается. Здесь по расписанию ходят в баню. Здесь есть мужские дни, женские дни. И, по-моему, если не ошибаюсь, семейные, да, какие-то. Вот. Можно заказать, там, зарезервировать. Сегодня, походу, мужчина, потому что он мужчина вышел. Вот. Ну, в принципе, да. Женщин я как-то вот ходила, мало это встречались, когда вот они там сидели, общались. Так, сейчас вот туда дальше, вон где машина едет, там рынок. Может, как-нибудь с вами туда сходим, но не сегодня, потому что бедный ребенок, как ему жарко, наверное. Потому что очень жарко. Где это ездит? Ну, может быть. Спрятал машину, да? Молодец. Так, вот смотри, какой забор уже вознесли. В том году здесь такой повальный деревянный забор был, и тут бац, они его... Там цыгане, да, или кто? Да, цыгане. Цыгане живут, и они прям моментально раз-раз и все сделали. Это строить. Ох, нифига себе, открыт. То он обычно что-то постоянно закрыт, да? Вот в том году, помнишь? Да, уже. Ну и вот магазин продукты, но это не продукты. Там раньше, да, был продуктовый магазин, а сейчас там водка. Да, ликер водочный, блин, там водка. Ну, хлеб есть. Пиво, да, пиво, вот закуски. Это всякая хрень, закуски, да, да, точно. Ну, хорошо, есть мороженое, вода и хлеб. Потому что здесь я не знаю, где еще магазин, вот самый ближайший это. Все купили два батончика и тошечки мороженого. Там все вот такое выбрал, СССР называется. Это мы купили свекрови со свекру, вот этот рожок. А вот это я Антошке купила, монстр на каникулах. Он такой баблгам, это косточка, да, в виде косточки. Вот, он все брыкался, я говорю, не хочу, не хочу. Мне вот этого хватит, СССР. Но так как я мороженое, это в принципе, ну, знаете, ну, спокойно отношусь, я не очень люблю. Я говорю, нет, давай монстр на каникулы купим. Говорю, я их тоже попробую. Сейчас машина проедет. Ну да. Больше это я хотела. Ну, мне попробовать, а Тошке съесть. Я не съем просто все. Я раньше покупала мороженое, знаете, какое? Магнат блондинка. Мне вот это нравится. Вот с белым шоколадом, чтобы было. И какой-то мы еще бон-пари? Бон-при? Нет, нет, не бон-пари. А знаете, какое, девчонки, не вспомню. С одной стороны мороженое, с другой стороны тоже мороженое, но оно в печеньках. Как оно называется? Намэ как-то. Намэ? Максибон? Да. Вот, вот такое. Ну и то, я могу вот одно съесть, и мне на полгода хватит этого. Вот, а магнат-блондинка мне нравится Баскин-Роббинс с этим, с карамелью и с шоколадом, ой, не шоколадом, я шоколад не люблю, карамель и грецкий орех, во, вообще, вообще класснючее. Ну, в общем, все, сейчас вот придем. А, да, фисташковое. Ой, ну так, это... Ребят, намек понятен, да, вы знаете, где мы живем, вот. Мороженое мне привозите. Нет, я столько не... Я просто говорю, я бы ну, отдаю предпочтение таким мороженым с таким вкусом. И все, и то я говорю, могу вот съесть, и все. Блин, что мы все про мороженое, про мороженое. В общем, держим путь домой. Сейчас не знаю, чем буду заниматься, но очень-очень жарко. Сейчас надо будет переодеться. И надо что-то делать. Мне белье там надо еще довесить. Еду готовить не буду, у меня там все есть. Я вообще не хочу ничего делать, потому что очень жарко. А, в доме, это, в комнатке будем разбираться. Там пока что... Ой, я прям задохнулась. Там пока что не жарко, свежо, и мы там с вами разберемся. Я там, вот мы сейчас стали с Антошкой, я ничего не убирала специально. Вот, потому что, ну, что-то снимать надо. Мы, Женек, тебя еще замотивирую. Я прочитала твой коммент. Просто идем вот в магазин в этот момент, прикинь. Прикольно. Ладно, все, буду это, заканчивать болтать, потому что жарко. Быстрее будешь дойти. Ты что встал? Иди что туда. Встал? А я хотела сказать, говорю, помощник мой. Пойдем, надо вон повесить. Пашулька там себе место нашел. В тенечке. Сейчас сниму.
машинку мыла, чтобы заново там налить это и постирать. И шланг вылетел у меня сейчас. Дедушка там делает, свёкор. Дошку оставила с ним, говорю, сделать, позовешь. В общем, смотрите. У нас, да, у нас постель разношерстная. Я уже как-то говорила. У нас нет прям вот, чтобы комплекты были. Это вот из дома для дачи привозили. Здесь вот просто не сняла. Надо постелить свежую. Это все свежее. Это я это, ну, уже сделала. Так, Антошки на кровать сейчас заправлю. Здесь вот Лизина. Здесь вот вещи, которые постирала, сложила. Блин, цвет, конечно, у нас как в жопе. Сейчас я вас поставлю на штативчик и уберемся вместе с вами. Одну кровать застелить. Свекор, вот дедушка уже сделал мне шланг, подсоединил. Сейчас я воду налью. Машинку мыла, и я ее переворачивала туда, и все, у меня вылетел шланг. Фух, сейчас Тошечка мне включит. Так вот наливаю. Классно, надо. У меня такой срач здесь. Ну, это я потом, когда уже все постираю, уберу. Здесь я полы помою. Будет чистенько. Все как обычно. Вот нагреватель повесила большой сюда. И а это мамин. У мамы взяла нагреватель. Это я для посуды. Буду посуду мыть. Там мне немножко собралось. Ну, все. Пойдемте дальше убираться в комнате. Привет. Так, все, пришла. В общем, кровать застелила, но это мы с вами застелили. Здесь у меня джинсовка и кофта моя, потому что мне пока что некуда вешать, у меня нету места для моих вещей, ну, чтобы на вешалку вешать. Вешалки-то есть, девчонки, вон, вешать некуда. Это наполнитель мышки, это крисокорм, это тренажерчик, это этой Пашечкин. Так, ну все, сейчас, Антошка, иди сюда, переляжь. Сейчас там будем с вами убираться. Убралась в нашей комнате, точно постель застелила нашу. И баста. Все. Пылесосы, короче, один сломанный выскочил этот фильтр. И он там сломан, никак не делается. Короче, в итоге я подмела. Второй пылесос этого шланга нету, щеткой, я задолбалась там.
проходиться этой трубой. Так, лиски на кровать. Это которые вот постиранные, это я уберу по полочкам, просто вот сложила. Здесь картины, это не наши картины, я не знаю, куда их просто девать. Это Лизины шорты пусть здесь будут. Тут что-то на линзы свои раскидала. Надо их это сюда сейчас положу. Это ее там лаки, ну, для ногтей все. В общем, все. Вот Тошкин авокадо. Вот видите, что-то горит он у нас. Это Стюарт висит кверху жопой. В общем, подмела более-менее хорошо. И вообще, девочки, вот я не знаю, как вы, но, блин, я против ковров. Во-первых, дом никак не проветривается, окна не открываются. То есть он весь вот так вот замурован. Не, ну это хорошо, конечно, все, но все равно как-то проветриваться он должен. Плюс вот эти вот ковры. Я на самом деле, вот там вон еще один ковер, здесь ковер, здесь два ковра вместе, что ли. Я бы их убрала. Вот серьезно, я бы убрала. Мне проще несколько раз в день шваброй, влажной шваброй проходиться, и дома будет хорошо, посвежее, и влажная уборка, чем вот этой вот, извините, хуйней заниматься. Ну, серьезно, вот это я сейчас пыль, блядь, подняла, и все. И класс. Ну, вот двери открыла. А к вечеру двери закрывать, потому что налетают мухи, комары. Честно, не знаю, что я еще сегодня буду делать. Готовить я не буду, потому что еда есть, и есть неохота, жарко. Да и вообще желания нету. Вот сейчас покажу. Вот здесь тоже подмела, но это я помою позже. Почему нет желания, сейчас скажу. Помните, как-то мы вот здесь с мамой разобрали? Вот здесь было свободно. Там было свободно. Прям вообще я так радовалась, как дура. Ну, у нас, знаете как, любой свободный сантиметр обязательно чем-то должен замещаться. В итоге стоит вот эта хрень поебень пустая. Она не закрывается из-за того, что вот это стоит. Она прогнулась, она не закрывается. Я за пылесосом туда ходила, я все ноги себе содрала вот этой крышкой. Вот, ну, вот так вот, видите? Так, сейчас подальше немножко попробую сделать. Ну, все, все, теперь каждый сантиметр занят. Теперь каждое барахло на своем месте. Ну, это я так называю барахло. Из-за этого, девочки, честно, вот руки опускаются. Мне так грустно становится. Вот реально грустно. Я бы вот прям вот много чего выкинула. Помыла, перемыла, блин. Книг очень много, ну, всякого говна, короче. Так что, что вы думаете по поводу ковров? Я, конечно, против ковров. Ну, ничего не могу с этим сделать, девочки. Так мне грустно, прям я не могу. Печаль печальная какая-то. Чё, куда сейчас? Чё будем делать? Ну, сейчас пойдем постираем. Помыла швабру, налила воду в ведро. Хотела здесь полы помыть на кухне. Ну, думаю, это... Вроде мне здесь не надо ничего ходить. Думаю, помою, пускай высыхает. Тошка говорит, давай чайку попьем. Он там с дедушкой воду помогал, дедушке это выгребать. Моя перчатка, это я, мне нужна на работу. И помыла вот эту раковину. Потом водичкой это сполосну. И все. Так, Тошечка включил. Ага, сейчас это благовоние я здесь жгу. Вот, и все. Сейчас посуду уберу, чай попьем, и тогда полы помоем с вами, и все. Да. А папа, дедушка будет чай пить? Он с вами попил уже. А, он уже попил, успел, когда это ему успел. А, когда ты ехал, они там сидели. А, мы же, да, уходили с тобой. Ну ладно. Девчонки, с кухни все, все помыла, убрала. А, здесь посуду убрала, тряпочку пока оставила, потому что там, ну, еще надо будет мыть и буду класть. Там у меня салфеточка лежит, видите, это я просто пью кофе, как свинка Пеппа, поэтому кладу салфеточку. Полы чистые. Вот. Это не грязь, девочки, это вот, ну, это вот материал такой. Не знаю, что это такое. Ладно, они крашеные, все. Вот. Теперь все сохнет, высыхает. Пойдемте это закинем бельишко, да? Вот, вот эту я помыла посуду. Прополоскать сейчас надо будет. И это, ну, положить, посушить. Так, а это я так и не помыла, девчонки. Может быть, сегодня попозже, потому что, ну, ужасно жарко. Я сейчас закину вот белье. Вода, наверное, уже погрелась. Закину белье, помою вот эту. Поддон. И все. И, наверное, на этом все. Может быть, что-то и поснимаю вечером.
на следующий влог. Но сейчас, девчонки, ничего не буду делать. Сейчас я... Вот она, видите, какая желтоватая становится, вот, потому что железа много. Сейчас закину, пусть стирается, и я, наверное, пойду в домике немножко полежу, потому что очень жарко. У меня вся футболка вообще мокрая. Тошка говорит, ты такая красная, но вроде ничего. Ну, потому что тягала. Ведра тягала, здесь все тягало. И плюс еще жарко. Так что на всякий случай, всем пока-пока, хорошего настроения и прекрасного лета. Пока.